смазанное начало, смазанная концовка. Мы ошибались много на чего. Это первый матч после праздников. Исправимся, еще время есть, будем работать, будем исправляться. Все будет хорошо. Мне кажется, что у нас всегда так происходит. Мы вкатываемся очень плохо, очень медленно. Но когда набираем обороты, уже вот начинается хороший конбол, качественный. Но я думаю, именно над этим нам надо работать, над началом. Нашли вариант с маршруткой. У нас есть профессиональный, к счастью, водитель. Все-таки все получилось, доехали, все хорошо. Да, впечатления двоякие, наверное. Вот. Ну, раскачались девчонки, молодцы. Все-таки +10, уверенно победа.